Всем привет! Вы, наверное, хотите сделать снежинку из бумаги легко и быстро. Возьмите лист формата А4 и согните верхний правый угол к нижней стороне листа. Возьмите ножницы. Отрежьте прямоугольник по линии сгиба. У вас должен был получиться квадрат со складкой по одной из его диагоналей. Согните квадрат треугольником и поместите его одним большим углом вверх. Согните пополам. Разверните треугольник большим углом вниз и согните пополам. Еще раз согните заготовку пополам. Хорошо прогладьте складки. Отрежьте по верхней полоске. Возьмите простой карандаш и начните рисовать узор для снежинки. Сначала легонько наметьте контуры дуги. А затем наведите дугу. И полоску снизу. Обратите внимание, что нужно рисовать именно так, как я показываю. Иначе снежинка не получится. И нарисуйте небольшую дугу. Линию. Такой узор у вас должен быть к этому моменту. Возьмите ножницы и вырезайте бумажную снежинку. Здесь очень важный момент. Как видите, мы не вырезаем просто одну дугу, а делаем два отдельных отреза. Иначе у вас получится не снежинка, а какая-то крокозябра. Смогли вырезать такое? Теперь разверните заготовку. Как видите, у нас получается простая и незамысловатая снежинка. А вы смогли сделать такую новогоднюю самоделку? Напишите об этом в комментариях под видео. Например, я смог или я смогла сделать такую новогоднюю снежинку?